В нашей студии очаровательная гостья. Обожаю подарки. Да. Это не будет воспринято как взятка? Да. Нет, нет. Серьезно? Я не знаю уже. Из-за чего у нас вот происходит и в парламенте драки, и какие-то нецензурные высказывания? В обществе существует большое напряжение. А мы уже живем какими-то штампами. Слушайте, у нас какая-то ностальгия по прошлому. Меняется мир. Мы вместе с ним. Что такое 25 лет для истории? Это даже не миг. Эскизмо, месье Шишкин. Надо себя принимать такой, какая ты есть. Толя, жос полария. Я умею готовить, но не получается у меня.